О состоянии и перспективах развития птицеводства в Дагестане говорили сегодня на совещании у председателя правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова. Было отмечено, что в республике производят 55 тысяч тонн мяса птицы и 255 миллионов штук куриного яйца. Но это обеспечивает население только на треть. Необходимо принять меры по увеличению продукции. Несмотря на небольшие сдвиги, по-прежнему простаивает 10 крупных промышленных птицефабрик мясного и яичного направления, где были сосредоточены основные производственные мощности. Уровень износа техники и оборудования превышает 85%. В последние годы все чаще в мире наблюдаются случаи вспышек птичьего гриппа, пандемии. Кроме того, в связи с различными санкциями, все больше наблюдается перебои, да и рискованно завозить в республику продукцию птицеводства. Особенно инкубационного яйца, которое 95% завозится по импорту. Считаю важным привлечение в отрасль птицеводства инвесторов, эффективное сопровождение инвестиционных проектов, подготовка и внесение предложений рациональной их государственной поддержки и успешной реализации. На совещании подчеркивалось, что обеспечить рост объемов птицеводческой продукции невозможно без ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия, оценкой которого являются не только высокие показатели и сохранность птицы, но и гарантированное качество и безопасность продукции.